Многие интересуются, что это за книга Мормона. Может быть, они слышали о таком мюзикле, он мог показаться им смешным, а потом пробудить в них любопытство. Что же это за книга и какое нам дело до нее? Мы коротко ответим на главные вопросы о книге Мормона. Что это за книга? Это книга Священного Писания, полная примеров Божьей любви ко всем людям повсюду. Где и когда все происходит? На американском континенте более 2000 лет назад. О чем она? Это повесть о войне и мире, о добре и зле в жизни мужчин и женщин, которые жили давным-давно и при этом верили в Иисуса Христа и даже предсказывали его пришествие. По сути, вся история повествует о нем, о его рождении, учениях и посещении Древней Америки после смерти и воскресения в Иерусалиме. Помните, Иисус сказал: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Оказывается, его последователи на американском континенте входят в число этих других овец, и в кульминационной части книги Мормона описывается его приход и служение. Вот почему книгу Мормона называют еще одним свидетельством об Иисусе Христе. Но это только начало истории. Возможно, у вас появились вопросы. Нажмите на кнопку внизу, и я расскажу вам больше.